Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict, конечно же. Ну что же, мы с вами на Виафане. И, как обычно, я его исследую, то есть делаю разведочку. Поэтому сейчас мы и приступим с этого. О-оу, смотрите-ка, что такое, впереди меня стоит уже вражина. Как-то хитро, вам не кажется? И мне не пройти здесь никак. Не обижать, ничего не сделать. Мне неужели на него идти? Их тут трое, а кто? Ну-ка, давай попробуем вот так вот отойти. Оу. Да ладно. Так, ну что, ребята, это у нас работяги и гробовщик, если я не ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь, ребята. Смотрим. Работяга, работяга и гробовщик. Блин. Вот не было печали, называется, а? Ладно, придется с ними как-то справляться. У нас с вами нет другого варианта. Да что ж такое-то, посмотри, как начинается все жестко довольно-таки. Так, очередь. Что, 67% попадания? А почему так мало? М? Почему, я вас спрашиваю, так мало? Блин. Фу. Ладно, хорошо, давай попробуем. Ну, попали, попали. Ничего не могу сказать против. Все хорошо. Так, яростный штурм. Тоже попал. Оу, щиты-то у нас, ребята. Давай-ка быдло-бота вызовем. Пускай он тут чудит у нас потихоньку. Что он будет делать сейчас? Ага, решил атаковать, но неудачно как-то у него это получилось. Так, на себя щиты восстанавливать нам это пока не нужно. Давай сделаем с тобой усиленный удар. Кстати, уклонение довольно жесткое, 33%. Опа, опачки. Прописывает. Блин, где же мое проклятие? Оно что, не сработало, что ли? Да, походу, ребята, как-то корявенько у нас все это получилось. Попадем, нет? Или же... Дай-ка попробую вот это вот. 14 урона. Есть! С критом! И вылетает он с криком: помогите мне. Короче, ребята, мы его завалили. Так, и больше пока ничего не можем. Конец хода. Так, гробовщик будет. Выброс. Выброс чего он там сделал? Не пойму. Так, и давайте-ка мы, наверное, рык сделаем. Это типа проклятие. Так, да, смотрите-ка, что-то мы на них повесили такое хреновенькое. О, смотри, быдло-бот маленько бомбит. Это хорошо. 13 урона, давай попробуем нанести. Отлично. Ах, молодец, боксер, прописал. Страх, значит, боится чего-то. Правильно делать, что боится. Ну-ка, попадем, да. И разрывает его к ядрень фени. Ну что же, остался у нас гробовщик. У него, как мы видим, 83 хп. Это довольно жирный уродец. Оу, оглушение, да на 16 еще и прописали. Бот, давай, шибани-ка его. Во, молодец, десяточку отнял. Умничка. Так, ну а мы дальше продолжаем. Одиночный удар. 8 урона, как-то не айс, а вот это. Во, 12. И мы попадаем, прям в пачу ему. Так, боксеришка. Нет, 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 нет. Ё-моё, не хотел я дымовую ловушку, ребята, активировать. Зачем? Зачем, вы спросите? А я скажу, не знаю. Нажал на карту, и она активировалась автоматом. Так, гнусные оскорбления делает наше быдло-бот, а мы с вами делаем одиночный выстрел. И промахиваемся, к сожалению. А сейчас, если он рванет, ой, ребята, он же попадет на дымовую ловушку, а это, соответственно, мы будем промахиваться, и бой у нас затянется. Поэтому мы не будем, наверное, с вами долго тянуть. Вот проклятие массовое повесили, сейчас у нас быдло-бот что-нибудь придумает, да? Стреляет, как всегда, мимо. Чего от него еще можно ждать? И мы попробуем 9 урона прописать. Уклонение. Слушай, а что такое-то? У него ничего не висит, а как он так интересно умудряется? Эй, опять дымовая ловушка, да чтоб тебя, а? Гробовщик, сейчас крит-эффект. Ё-моё, нифига ему еще на 20. Вау, я тебе не завидую, ребят. Ледяной взгляд. Промахивается, там нифига мы на него повесили. 17 хп остается, разрушительный удар. 0% вообще попаданий. Так, давай-ка мы вот этого с тобой сделаем. Все равно не попадем, ребят, как ни крути. Так, а вот мы сейчас поставим на себя массовое очищение. Да, и попробуем. Быдло-бот что делает? Попадает. Ну что же, 6 здоровья остается у этого хмыреныша, и я думаю,
несгибаемая стойка. Так, погоди, а почему? Почему, интересно, боксер на себя ее применил? О, ты смотри-ка, он укрепляется. Он укрепился и поставил на себя блок на один. Это получается, что мы его не пробьем, да? Четыре блока. Угу. Жаль, он тянет время, ребят. Просто тянет время. Еще один блок сняли, да? Ну, давай попробуем честный прием. Есть! Разорвали мы его. Просто в хлам. И результата бой меня вообще устраивает. Смотрите-ка, тут у нас заряженный стихийный модуль, оружие ближнего боя, модификация, замораживающий удар и электрический удар. Ладно, заберем, потом, ребят, поспорим. Но вот это мне не нравится. Там еще сзади у нас... Так, давайте-ка мы сохранимся на всякий случай. Игра сохранена, все, отлично. Я что говорю, ребят, смотрите, тут еще какой-то вражина стоит. Хм. Дай-ка я сбегаю на корабль. Он преследует меня, вы посмотрите. Нет. Отстал. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами вернемся на станцию. Зарядим себе щиты. Ну, продадим, естественно, хлам, если такой есть у нас. Есть хлам. Так, я думаю, что здесь надо что-то нам продать. Что? Так, стрелковая модификация. Давай продадим. Это тоже продадим. Так, 120. Энергетический клинок. Ребята, он нам нафиг, наверное, не нужен, поэтому тоже будем его продавать, да? Так. Да, продадим. Трессер, ну это тоже нам не нужно. Выстрел навскидку. Одиночный выстрел как-то не ахти. Ну и вот это тоже продаем. Нам это не надо. И вот это тоже не нужно. Так, поток оскорблений. Несгибаемая стойка, ладно, это пускай пока у нас находится. Все, вроде бы пока ничего не надо. Восполняем себе щиты. Так, а что мы можем у него приобрести? Ну давай возьмем, предположим, вот эти вот баночки с энергией. Так, смотрите, истощающий удар. Наносит 150 урона оружия щитам. Ага, это у нас, получается, силовой кулак. Силовой кулак. Слушайте, если я не ошибаюсь, у нас же кто-то есть с кулаком. Да, я думаю, что есть смысл купить. Это же у нас не модуль, я так понимаю, это чистое оружие, которое мы, естественно, можем с вами экипировать и, соответственно, быть немножко сильнее. Давайте-ка я проверю. У меня... кто в рукопашке хорош? Так, по-моему, здесь, если я не путаю. Да, силовой кулак, ребята, здесь есть у него. И смотрим. Я не понял, а где оружие, инструменты? Подожди, даже... А, вот он, ребята. Так, здесь у нас уровень второй. Ну, а тут, извините меня, уровень пятый. Тут даже... и думать нечего, конечно же, будем покупать. Так, модификации есть какие-нибудь? Опачки, смотрите, ну-ка. Так, оружие ближнего боя, модификация. Тут усиленный удар, акустический удар. А здесь мы получаем взбучку-взбучку. А здесь у нас силовой кулак, 12% к уклонению. Слушай, я думаю, что мы, наверное, с вами поставим вот это вот, взбучку. Да, я думаю, взбучка будет лучше. Хоть здесь и 12% к уклонению, но здесь, извините меня, две дополнительные карты идут. Так что есть смысл остановиться пока вот на этом. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Здесь ничего нету, здесь тоже ничего. Так, это у нас усилитель голоса. Ну, это к интеллекту. Что нам дает? Рык. Ну, рык у нас и так есть, ребят, поэтому... Хотя можно поставить... Знаете, для чего? Нет, массовое проклятие здесь. А тут у нас несгибаемая стойка. Мы можем поставить рык для того хотя бы, чтобы... Был еще. У нас, по-моему, у этого есть, да? Как его увеличать? У Хана. Ну и также будет еще и у вируса. Ну, как вариант, я думаю, что это хорошо пойдет нам на пользу. Ну-ка, что еще мы можем с вами сделать? Так, у Хана тут все понятно, в принципе. Вот насчет стрелкового оружия, ребят, я никак вот не могу разобраться. Что же все-таки лучше для нас? Стрелковое, ой, то есть скорострельное или штурмовое? Тут пятого уровня. И здесь у нас шестого. Считай, самая последняя модификация у нас стоит. А сюда мы можем... Поиск ресурсов. Не хочу, ребят, я вставлять вот этот поиск ресурсов. Мне как-то не понравилось оно. Ладно, здесь вроде бы все. У нас сколько с вами денежек осталось? Да что такое? Все время забываю, что надо открыть КПК. И тогда глянуть. Да? Ничего мы тут не увидим. Контрактов нету.
Что у нас у этого детка? Можно что-нибудь приобрести? 1000, считай, кредитов, да? 1600, это последняя прокачка сканирования, информация сканера. Показ предупреждения при обнаружении ловушек в зоне сканирования. Вот это вот, в принципе, можно было бы. Давай-ка вот так вот сделаем. Здесь вот изучим активно. И, пожалуй, вот здесь. Да, вот так вот, ребята, мы с вами сделаем. Потому что давно ничего не изучали. И я думаю, что это нам, опять же, пойдет все на пользу. И возвращаемся, ребят, с вами на Виафан. Виафан, Виафат. Полетели. Ух. Так, тут еще, конечно, нам... Оу, бродите, бродите, следуйте, следуйте. Давайте вот сюда с вами приземлимся. Робот там валяется какой-то разбитый. Естественно, сразу же делаем сохранение. Это к бабке не ходи, надо обязательно делать, чтобы... И вот это вот, что это у нас? Года. Года. Ну, пойдем-ка сходим к этому года. Что это у нас там за такой компьютер, я уже, честно говоря, и не помню. Что он тут? Использовать. Герой, добро пожаловать. Настоящему герою жетон не нужен. Так что я свой хочу подарить тебе. А ну-ка. Но я не могу принять ваш прекрасный жетон. Я настаиваю. Тогда я настаиваю, чтобы вы, в свою очередь, взяли эти аккумуляторы. Продолжайте геройствовать. Спасибо, непременно. Так, он нам, походу, дал какие-то аккумуляторы, да? Или обманул? А ну-ка, трофеи. Эвакуационный маяк. Ага, мы можем с вами моментально телепортироваться в ближайшую посадочную зону. Вот это хорошо. Пригодится. А то я помню, как-то попал в такое место, в ловушку, ребята. Просто я не мог оттуда выбраться. Мне не выйти оттуда, потому что спереди стоял враг. И враг был намного сильнее меня. И мне пришлось перезаписываться. И там запись была далеко-далеко и переигрывать. Что очень и очень было некомфортно. Так. Ну что же, здесь у нас ничего нету. Давай тогда сбегаем вот сюда. Оу. Опять эти олухи прибыли. Ребят, ну, вы посмотрите, а? Вот не сидится им. Ладно, я начну, пожалуй, с прицельного выстрела. Отлично пошло. Так, работяга. И потом гробовщик еще не час будет бомбить. Токсичный газ. Смотри-ка, а. Все-таки поновишенный. Но мы с вами делаем очищающий. Подожди-ка, тут у нас инициатива, а вот здесь вот сопротивляемся урону. Не-не-не-не-не. Вот это мы с вами и уберем. Так, работяга опять ходит. Ну ладно, пускай просто так по щитам бьет. Ну, естественно, ребятушки. Ну как же, быдло-бот всегда вперед. Леденящий взгляд. Вот это хорошо. Он сейчас вжарил мне по этим, по щитам. Так, гнусное оскорбление делает быдло наше. И мы также делаем массовое проклятие. Ну, и думаю, теперь уже будем потихонечку карать. Ну-ка. Разнесли в хлам одного. А, их тут, ё-моё, их четверо, оказывается. Вы посмотрите-ка. Так, работяга растерялся. Ой-ой-ой, кританул все-таки в моего быдлика. Так, хан, давай мы с собой щиты восстановим. Потому что у нас их очень мало. И что это там на нас висит такое? Бедный бот мой, а. Получает звездюлей только в путь. А сам ничего, к сожалению, не может сделать. Ну что, вирус ходит у нас, да? И вирус — нечестный прием. Уклонение 33%, но зато если звезданем, то будет ему не сладко. И это причем у всех, да? Ладно, поехали. Смотрите-ка, уклонился. Ну что, боксер, давай попробуем с тобой вот так вот сеточку бросить режущую. Он обездвижен, хорошо, работяга. Опа, мы уклонились, ребят. Еще работяга действует. Ой, кританул на 17, больно было. Блин, мне так охота, ребята, сделать вот второго быдлобота, чтобы он у нас был. Но, к сожалению, никак. Так, укрепление делает. Ага. Ну, ботик, давай, он хоть что-нибудь. Нет, нифига, ничего у тебя не выходит. Ладно, будем сами как-то стараться выкрутиться из этой ситуации. Нечестный прием. Пробую, ребят. И попыточка, как говорится, удачно получилась.
Укус в лицо, блин, я представляю, да, такая. Вот, очередь. Ну-ка. Разорвало, да? Нет, 3 хп осталось. Да ты достал уже, а. Надо щиты восстанавливать Хану. А мы не сможем. Почему-то вообще он у меня пропустил ход. А знаете почему? Потому что он... Не знаю почему. На нем нет никакого стана. Странно. На себя, ну нет, не будем мы пока ничего делать на себя. Попробуем. Ай-яй-яй. Хотя нет, разорвали мы этого Ахламона. Да что ж такое-то, а? Все, щитов не осталось. Не осталось, ребята, щитов. Тройной выстрел. Поехали. И всего лишь 10. Так, ну давай попробуем как-то, я не знаю, нам... Блин, нету возможности, ребята, поставить нам щиты. Понимаете? Зато есть возможность звездануть хорошенько. Так, быдло, давай. Ага, тут пропустил ход. Быдлобот у меня стреляет. Ну, естественно, все мимо. Как обычно. Давай-ка рык применим. Взламываю код. А какой там у них нафиг может быть код? Промахнулся, а? Хе-хе-хе. Ладно, дымовая ловушка нам не нужна пока. Перехватывающее поле, я думаю, что тоже не нужно. Надо снять вот эту вот хрень, которая на нас висит. И тормозит мне Хана. Вот, Хан очнулся и делает разрушительный удар вот на этого говнюка мелкого. И оглушаем его, но не убиваем пока еще. Пока еще живет и дышит. Ох ты, массово по всем попал. Ну, быдлик, давай что-нибудь там. Конечно, привлечение огня ты можешь только делать. Работяга оглушен. Гробовщик, сейчас опять что-нибудь. Все, быдло-бот отыграл свое. Что такое у нас? Таран, ага, ты посмотри-ка, нет, надо делать массовое тут очищение. И теперь. Это у нас вирус. Должны попасть. Нет. Должны, но не попали. Быдлобот вылетает. Так, вирус опять сейчас у нас будет ходить. Так, оскорбление. Хорошо, что он берет провокацию на себя. Сможем попасть, а? 33% уклонения. Рискую, ребят, рискую. И очень хорошо, что я пошел на этот ход. Как видите, все получилось у нас. Боксер, так, на себя максимум щитов восстанавливает, но нам нужно... Давай-ка адреналиновую, наверное, инъекцию с тобой сделаем. Победа нас ждет, мы укрепили своего бойца. Агрессивный взмах. Хочу посмотреть, насколько он агрессивный. Оу, вообще великолепно. Прожарили. И разрушительный удар еще. Пройдет, ребята. Победа за нами. Смотрите-ка, мы получаем с вами вопящий карабин. Штурмовое стрелковое оружие. Но это уровень 4. Я думаю, что нам оно пока не нужно. Блин, после каждого боя приходится, ребят, сохраняться. Сами прекрасно видите. Здесь не любят ошибок. И пощады здесь тоже не жди. Нет кого. Давайте сканировать. Здесь ничего нету. А что же нам остается-то тогда? По идее... Так, красные капюшоны у нас тут. В общем, вот здесь просканировать и вот здесь. Ладно, давайте поехали вот сюда. И с этим компьютером тоже как-то, мне кажется, не все до конца у нас ясно, что ему вообще, интересно, нужно. Так, сканируем, да? Так, вот у нас здесь какая-то комнатулька есть, где можно обыскать что-то, да? Обыскиваем. Ого. Так, ну это 4-й уровень, это 4-й уровень, и это... так себе. Будем взламывать? Я думаю, что, наверное, ребята, стоит попробовать. Сейчас, опять же. Кажется, ты слишком часто сохраняешься, ребята. Ну, я вам скажу одно. Лучше почаще сохраняться, чем потом переигрывать... Фиг знает откуда и сколько еще там искать. И все совсем немножко... Ой-ой-ой-ой, обыскать, конечно же. Все там по-другому может выйти. Так, давай-ка здесь 100 единиц, блин, потратим. Обыскиваем. Так, давай все полностью здесь. Блин, энергию, конечно, мы с вами очень лихо здесь тратим. Так, давай. 93 энергии еще здесь. Но у нас есть, не забывайте, аккумуляторы. Поэтому я думаю, что, наверное, настало время их использовать. Так. Ну, смотрите, мы, считай, всю энергию восстановили. Поэтому лететь нам никуда не придется. Мы с вами просто-напросто продолжаем здесь наши исследования.
Ну что же, осталось всего две... Вот здесь вот обследовать. Кстати, надо посмотреть, что у нас по журналу. Мы на Виафане, да? Найдите Соломею. Соломею. Мы, кстати, с вами, получается, еще ее и не нашли. Ха. А где же она может быть? Тут, по-моему, нам, к сожалению, негде больше, ребят, бродить. Ну, вот сейчас я вот сюда пройду, конечно, в эту точку. Ой-ой-ой-ой. Инициирован протокол электрошоковой атаки. Активирую заряд. Ой, блин. Наехали, ребята. Нарвались, так скажем, на этих чудиков. Так, урон 10. Тут урон 11. Ну что ж, блин, как-то вот щиты бы им. А что? На себя ли союзника? 66% к урону оружием. Давай усилим. Ну давай, давай, главное такой, да? Ну давай, давай, иди сюда. Так, дымовая ловушка, режущая сеть. Давай-ка вот так вот сделаем. Пускай постоит. Так, вот он, спасатель. Ну что он делает? Стоит. Пироник делает огненного стража. И еще один огненный страж. Елки-палки, а у них что там? Шанс прерывания, да? А мы тогда... Блин, мне... Либо ударять, либо, ребята, вызывать быдлоботы. Сейчас посмотрим. Ого. Слушайте, довольно неплохо я могу прописать вот этому вот говнюку. Я попробую, ребят. Я рискую. И риск оправдался. Считайте, я ему столько щитов сразу снес. Так, нечестный прием. Воу. Вот это хорошо идет у нас. Вообще на ура. Так, дымовая ловушка, блин. Отключение щитов. А нужно оно нам сейчас? Я думаю, что нет. Вероятность прерывания. Прерывание, да? Создает боевую обстановку. 50 вероятности промаха всем персонажам на два хода. Всем, блин. То есть и нам тоже. Так, на себя восстановление щитов 33%. Давай мы лучше вот так вот отключим щиты. Вон там вот. Чепушили. Ну, что? Электроразрядка, да, у него там. Что это он такой себе усилил? Усилитель какой-то поставил. О, мы сейчас, ребята, будем с вами гореть потихоньку, да. Ох ты. Слушайте, здесь только массуха нужна будет, ребят. Я, конечно, попробую сейчас нагреть вот этого вот. Ох, оглушил еще. Так, и теперь обязательно нужно массовое очищение. Но это не у него пока. 67% попадания. Рискуем. Ах, черт подери. Промах, ну конечно же промах. Очищающий буфер. А почему массового нет очищения? Ладно, сейчас будем отгребать, по-моему, да? Нет, оглушен. Этот будет сжечь. И все с критом, ребята, все проходит у них с критом. И еще. Оу. Ты посмотри. Массовое, где, блин, массовое очищение? Я не вижу. Даже атаки нету. Хорошо, быдлобот, давай, вылетай. Что-то там сейчас. Ага, привлечение огня делает, это хорошо. Разящий выстрел. Блин, я даже не знаю. Нечестный прием. Добиваем. Все. Это хорошо, ну а теперь нам нужно как-то, я не знаю, ребят, перезарядка щитов. Сколько здесь? Мало. Восстанавливает 33% щитов. Надо нам вот сюда, ребята, обязательно восстанавливать. И массовое очищение. Где? Я не вижу его. Блин, пироник опять сейчас будет сжечь. Ну, хотя бы быдло бота. Ух. Слава богу, ребят, мы с вами живем еще. Так, самозарядка. Максимум 50 щитов. Это на себя, да? Давай мы, наверное, сделаем вот этот рык. Что мы там на них повесили? Страх и... А, и урон, да? Так, вирус. У вируса, ребята, нет вообще щитов. Восстанавливаем. Так, боксер. Прицельный выстрел. Сколько там? 67%, ребята, попадания. Ну, черт его знает. Ладно, рисковать надо, ребята. На 14. Нормуль, хорошо. Так, пироник опять. А, быдлобота-то у нас нет уже. Ах. Зарядил. Вылетай, конечно же. Вылетай, родной. Я надеюсь, ты привлечение огня сделаешь, не будешь атаковать. Нет, он пошел в атаку, а?
Ну ты посмотри на него. Блин, да где же у нас этот-то? Я никак не могу понять, ребят. Не вижу, хоть ты тресни. Может быть, нечестный прием лучше применить. Да, давайте так сделаем. О, 19, пробили. Так, тройной выстрел прокатит, а 67% попадания. Рискую. И только один выстрел попал из трех. И они будут жечь. Осечка. Ага. А ты? Дымовая завеса. Это что-то новенькое, ребята. Опа, 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 что там у нас? Горим потихоньку. Привлечение огня. Это хан. Щиты восстанавливай. Так, боксер. Адреналиновая инъекция. Дымовая ловушка и укрепление щитов. У тебя щитов-то нету. Так, ладно, давай сделаем укрепление. А, какое там укрепление? Вот так вот. Победа нас ждет. Мы укрепились, короче, маленько. Так, быдлобот. Слушайте, я, кстати, не смотрел, быдлобота-то можно усилять или нет? Ну-ка. 17% шанс попадания? Да ладно. Черт, ты посмотри, действительно, ребята. Дает карту и 20 к урону на 2 хода. Давай сделаем вот так вот, поощрение. Ну, что там делает? Быдлобот мой маленький, сейчас, по-моему, ты сгоришь. Ёк-ломане! Ой, как это было больно. Мощный удар. Вот так вот надо делать, ребята. На, гад! В пачу получил. И еще разрушительный удар получи-ка. Ха-ха! Это тебе за все, за наши страдания. Так, быдлобот, ты молодец, конечно, но мажешь. Массовое проклятие, ну неужели? А где же очищение-то массовое, ребят? Ну, оно же... Вот, нет, это очищающий буфер, но все равно, спасибо. Снимем с себя весь этот негатив, что он у нас висит. И жизнь нам, как говорится, рискованное самовосстановление. Что это новенькое такое? Привлечение огня. Естественно, мы сделаем привлечение огня на всякий случай, потому что у нас там, видите сами, у ребят щитов нету, а их нужно обязательно восстановить. Ну, как понимаем, нечем. 17% шанс попадания. Это практически нулевой. Так, боксер. Акустическая волна. Всего единичку отняли? Да. Так, опять мы горим, да? Опять горим. Быдлобот, ты где? Куда исчез-то, родной? Что ты быстро как-то у нас тут погибаешь? Давай, привлечение огня, бери на себя. Во, молодец, гнусное оскорбление. И теперь все хорошо. Взбучка. Есть. На тебе. Десяточку врыло. Так, акустическая волна еще есть. Так, и щитов у него нет уже, поэтому бесполезно. Давай-ка тогда волну. Так, и хан. Давай вот этот вот агрессивный взмах. Ох, как замечательно. Пероник, что он там? Воспламенение. Все-таки поджег меня, а? На дорожку. Вот надо было выпендриться ему. Давай, бот, ну что ты со своими оскорблениями? Уже можно атаковать, ё-моё. Так, во. Истощающий удар, попробуем. А, тут по щитам, нет. По щитам нам не нужно. Давай-ка вот так посмотрим. Попадем, нет? Нет, не попали. 67% попадания было всего лишь, ребята. Огонь на подавление. Все враги, что там, получают 20% урона оружия и 33 вероятности промаха на один ход. Хоть бы попали бы, называется, да? Все, пошел он, как говорится, в козе в трещину. Да ё-моё, он жив! Жив! Ну, оглушен. Быдлобот, давай, не подведи меня! Да ядрёно ты вож, привлечение огня, ты будешь чуть... Разящий выстрел. Рискую. Наконец-то! Наконец-то, ребята, мы справились с этими олухами. Долго они мне мозги компенсировали. Смотрите-ка, стрелковое оружие с разбросом. А это, ребят, знаете, что такое с разбросом? Это, получается, типа дробовика. То есть мы делаем один выстрел, но он разлетается на всех. Поэтому я думаю, что, наверное, мы с вами его и возьмем. Так, тут у нас сломанное, и тут легкое стрелковое оружие. Да, я думаю, это лучше всего нам подойдет. Так, предметы. Где у нас там? Вот, и смотрим у нас с разбросом. Где у нас? Вот. Быстрый разброс.
Так, а здесь, блин, а здесь даже, я даже теперь, ребята, честно говоря, в замешательстве, в небольшом. Стоит он того или нет, а? В конце концов. Если только попробовать, тут, смотрите, одиночный выстрел, огонь на подавление. Тут офигеть, сколько можно. А тут всего лишь два вида, видите, реактивный выстрел и рассеянный выстрел. Блин, 11 урона, а здесь у нас 12 урона. Нет, наверное, не будем, ребят, менять, как бы мне этого не хотелось. Ну, наверное, мы перебьемся, хотя можно вот сюда попробовать. Можно, да, сюда вот попробовать. Здесь у нас это стрелковое, точное стрелковое оружие. Так, я, наверное, вот так вот сделаю, ребят. Ах ты, ты посмотри-ка, у нас модуль один упал. Тогда давайте обратно. Где у нас этот модуль? Надо его... Погоди-ка, я что-то не понял. Оружие-то где? Штурмовое, стрелковое или стояло? Или вот это? Вот это у нас было, да, по-моему? Так, и сюда мы воткнем. Ага, вот что было. Шквал пуль. Давай вот так вот сделаем. Слушайте, я думаю, это будет хорошо. Ну что же, вроде бы снарядили. Все, как говорится, сделали. Сделаем сохранение с вами. И идем дальше открывать именно ту территорию, которая еще до сих пор закрыта. Это вот сюда. Вы входите в отсек и останавливаетесь, поскольку видите, что пол усеян нажимными платформами. На одной из стен вы также видите взрывное устройство, провода от которого уходят под пол. Ё-моё, на... нажимные пластины. Это ловушка, ребята, какая-то. Так, попробовать нам что надо сделать? Так, соорудить из окружающих вас обломков подобие моста, чтобы миновать ловушку. Попробуем вот так сделать, ребят. Вам удается соорудить мостик, не активировав ни одну платформу. После чего вы спокойно пересекаете отсек. Ух. Нам повезло, ребят. Черт, я, наверное, сохранюсь. Опасно. Не знаю, что нас там еще ждет. Такие ловушки. Двигаемся сюда. Так, страж смерти. Изложите цель своего пребывания здесь. Постараюсь держаться от вас подальше. Хорошо. Слушай, а чего вы ко мне докопались-то? Я вас не трогал. Чего вы ко мне лезете вообще? Дайте мне вот сюда спокойно подойти. И враг. Сканирование делаем. Оу, тут не один враг. Тут целая куча. Так, ребята, я чувствую, нам пора, по-моему, сейчас с вами улететь отсюда. Требуется источник энергии. Используйте в помещениях с электроснабжением или избытком энергии. Это чтобы я сделал эвакуационный маяк. Слушайте, а ведь они меня же здесь не выпустят сейчас. Не-а, не выпустят, хоть ты что тут делай. Я, конечно, попробую якобы чесануть. Но, как видите... А, нет, прошел, ребята. Ладно, хорошо, мы сейчас сбегаем с вами. Восстановим себе здоровье. Ну, чтобы у нас все было целенько. И вернемся сюда. Вот именно вот в эти вот места. Так, полетели, как говорится, на всех парусах. Заходим сразу в медотсек. Вы сами видите, да? Как у нас тут... Оу, у нас здоровье-то. Печалька, давай тогда продавать. Хлам 171, этого мало, ребята. Нам придется избавляться с вами от ненужного нам на данный момент хлама. Только вот самое плохое, что попробуй-ка определить, что здесь ненужное, а что здесь нужное. Оно как бы все вроде бы и хорошо, и все вроде бы при деле. Но, например, для нас это неэффективно. Так, золотая сфера содержит сведения о ковчеге. Ого, а куда я ее могу, интересно, применить? Сбой вызывает. Так, усиление или ослабление. Интересная штука. Так, осколочная граната. Это, ого. Ребята, откуда это такой у меня модуль? Взрывчатый. Слушайте, так, а эта штука? Оборонительная стойка на себя. Контрудар 75% и блок против выстрелов в течение трех следующих атак. Почему я таких не видел раньше-то, ё-моё? Откуда вдруг они взялись? Быстрый усилитель гранаты. Обалдеть. Точное стрелковое оружие. Так, это все понятно. Пятое, вот, силовой кулак.
Но это пока мы не будем, ребята, с вами делать. Просто восстанавливаем щиты. И, пожалуй, восстанавливаем вот здоровье. Ой, как тут, смотрите, ребята, как у нас все плачевно-то здесь. Хватит, 290 не хватает. Надо еще что-то нам с вами допродать. Обязательно. Так, продаем. Давай, наверное, наносит 50 урона оружия. Меткость, и все атаки против цели получают меткость. Так, понятно, это нафиг. Продаем, продаем. Парирование даже есть у нас. Несгибаемая стойка, продаем. Все, пока хорошо, ребят. Давайте восстанавливаем последнего нашего бойца. И, пожалуй, будем возвращаться на Виафан. Вылетаем. И надо действовать здесь очень и очень аккуратно, чтобы не попасть куда-нибудь в ненужное место и не отгребсти, как говорится, по полной программе. Так, ну что же, выдвигаемся с вами. Куда? Вот сюда нам нужно сходить. Поехали. Начнем отсюда, потом вот здесь дальше прошуршим. Нам Аманею, да, нужно найти, по-моему, если не ошибаюсь. Да ёпрасоте! Зарядить и защитить и сохранить. Вы достали, а? Сколько вас тут, гадов этих? Наносит 150 оружия щитам, да? Сколько? 17. А здесь тоже 17. Но у меня нет выбора, ребят. Придется делать. Почему именно щитам? Так, дымовая ловушка, тройной выстрел. Поехали. Ну. 33, отлично. Щитов практически не осталось, что он тут начинает. Оглушил? Что-то новенькое, ребят. Мне оглушили стражи. Естественно, я пропускаю ход, и тут начинается жарево. Так, вирус. Надо нам что-то с тобой сделать. Нечестный прием. Давай, пробиваем. 17. Отлично. Тройной выстрел прокатит. Должен прокатить. И, возможно, ему хана. Да, ребята, ему хана. Все, одним меньше, как говорится. Но есть вероятность, что мы сейчас этих говняков с вами быстренько положим. Это только нам на руку. Щиты пока есть. Пока есть, ребята. Где у нас, блин, массовое очищение? Я не понимаю. О, ну-ка. Ты посмотри-ка. Реакция огненного стража. У обоих причем. Ну, похари-то они все равно получили. Так, нечестный прием, усиленный удар. Давай нечестный прием, наверное, сделаем, да? Вот так вот. 35 под крит попал, чувак. Ха. Я ему не завидую. И, наверное, сделаем одиночный выстрел, и ему будет хана. Одному так точно. Да, прям чайник ему разнесло. Так, что, будет? Нет, он все равно жарит, а? И, соответственно, блин, щиты у нас с вами. Все, тю-тю. Подошли к концу. Разрушительный удар. Ты посмотри, а? Реакция огненного стража. Почему без оглушения, а? Расщепление атома. И усиленный удар. Да, ему крышка, ребята. Ах ты, ё-моё, это только на следующий ход. Массовое очищение. Все, мы с вами чистки, но без... без брони, блин. Называется, сходили, восстановили с вами здоровье. И щиты. Остались без всего. Ну что ты, еще жив, что ли, говнюк, а? Все, шквал пуль, на, получи-ка. Все, готов? Готов. Да. Ого. Так, ну это понятно, медицинский инструмент. Тут разрушающий модуль топора. Древний язык. А что это такое? Цель получает один. Ага, древний язык. Можно, можно, кстати, вот это вот установить нам. Я даже думаю, не то, что можно, а нужно. Где у нас тут модуль? Это он, да? Поддерживающий модуль. Да, это он, древний язык, и мы его поставим. Куда мы можем? Вот сюда влепить. Так, давай вот сюда влепим. Хорошо, отлично. Вот так вот, пожалуй, мы и оставим это все дело. Закрываем КПК. Естественно, сразу делаем сохранение. И пошли уже, естественно, на ту точку, куда мы и собирались. А это вот сюда. Да. Мы ведем охоту на пиратов. Какова цель вашего пребывания здесь? Ничего особенного, я пойду. Боевая сестра, что тут слишком... Не попадайтесь нам на глаза. Да я и не хотел, и не собирался. Это вы тут все время лезете ко мне. Не дают спокойно мне попутешествовать здесь. Ну давай, обыскивать с вами. Опять всякий хлам находим. Давай вот сюда газанем.
Главное, ребята, чтобы все было без приключений. Так, делаем, наверное, сканирование с вами. И тут, как мы видим, очень много врагов. Слушай, так как же мы с вами тогда сможем найти? Может быть, мы к ученому должны были обратиться? Может быть, что-то он нам не додал, не дорассказал? Так, капитан уборщиков, ребят, ну опять тут у нас следующая взбучка. Но эти, по-моему, ребят, если не ошибаюсь, намного проще. 21 урон. Но все равно неприятно, согласитесь, когда через каждые 3 секунды на тебя всякое хламью лезет. 16. Ну хотя бы разбираются они на ура. Так, вакуумный выстрел. Слава богу, у нас щиты восстанавливаются автоматически после боя. Но также очень быстро снимает. Одиночный удар это на 17. А здесь есть сколько? На 12. Нет, давай мы вот так вот, наверное, пропишем ему. Нам нужно как можно быстрее. Еще и оглушили, то есть вывели его на один ход. Вообще, так, уборщик Салабон оглушен, так, вирус. Давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем шквал пуль. Есть, отлично. По многим задело. И давай вот так вот с тобой. Опа, на 16. Я считаю, что это хорошо, ребят. Еще даже прицельный выстрел у нас остался. Ах, как замечательно. Единичка, одна жизни. Я решил все-таки он на дорожку выпендриться. Ну ладно, это его дело, конечно же. Оглушающий удар. Вот, надо вот это вот. Насмерть нафиг. Ну и что ты. Самовосстановление он делает. Но я думаю, что вряд ли тебе это поможет. Ремонт ты там решил. Вот тебе ремонт. На этом, по-моему... Да, гейм-овер для него. Забираем. И вот сюда, ребята, с вами зайдем. Обыскиваем. Так, слушайте, очень интересно. Мы с вами обследовали здесь все, как вы видите, абсолютно. Значит, у нас здесь красные капюшоны. Скорее всего, нам нужно как-то добежать, ребят, до ученого. Поболтать с ним. Если он ничего нам не расскажет и не даст, тогда без понятия, что здесь остается нам делать. Так, ну-ка давай, поговорить. А, это вы, здравствуйте. Вы из исследовательского института? Да, я Кинан Плок, биолог. Меня послали сюда наблюдать за зубочервем в его естественной среде обитания и добыть одно из его яиц для научных исследований. Но эти существа... ревностно оберегает свою территорию, а я не обладаю нужными навыками и снаряжением, чтобы драться с таким противником. Поэтому я отправил запрос в штаб, чтобы прислали сюда отряд специалистов с боевым опытом. До свидания, Кинон. Да, ребята, разговор у нас был очень короткий. А почему? Потому что мы яйцо ему уже добыли. Слушайте, ну получается тогда как-то очень и очень странно. Я, например, не могу тут найти... Да, вот этот компьютер меня, конечно, очень смущает. Но больше здесь никого нету. Вот эти вот почему-то отмечены. Видите как, красный капюшон. Никто не отмечен, а именно они отмечены. Может быть, есть вероятность того, что надо вот этим вот навалять сосункам. Но опять же, мне надо будет лететь на базу, восстанавливать себе щиты. Не щиты, точнее, а здоровье. А это прекрасно, знаете... очень круто влетает мне в копеечку. Причем в нехилую копейку. Даже если я здесь все продам, что у меня есть, вряд ли у нас получится восстановить всем здоровье. Хорошо, ладно, так уж и быть. Я попробую. Но никакой гарантии не даю, что у нас что-то выйдет из этого хорошего. Так, давай так сделаем. Так. Это нам пригодится. Это у нас модуль топора, может быть, тоже пригодится. Замораживающий удар, электрический удар. Одиночный выстрел. Давай, короче, вот так вот сделаем. У нас 1000 кредитов. Возвращаемся. Так, лечимся. Так, здесь у нас что? Ну, давай вот так вот сделаем. Ага, восстановили. Здесь 130 кредитов и здесь 250. Все, они у меня целенькие и здоровенькие. И теперь мы с вами... Так, сейчас посмотрю еще раз по заданию, журнал. Виафан, данное местоположение. Найдите Соломею. Соломею, так. Ее след ведет к реликту призрак. Мы уже... Подожди. Призрак? Андроида
пастор Т. Найдите Соломею и заставьте ее сдать нужные документы, либо помогите пастору. Ищите Соломею. Так, офис... А, интересно, а как это так? Биофан, место... Вернитесь... Губернатору уже можно возвращаться. Ё-моё, я там рассусоливаюсь, а? Ай-яй-яй, как плохо. Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? На реликте Виафан мне пришлось доказывать, что я заслуживаю называться героем. Но в итоге все получилось. Вот данные. Впечатляющий искатель. Очередной успех. Я поручу научному отделу проанализировать эти сведения. Что-то еще? Есть какие-нибудь новости насчет тех данных? Оух. Благодаря доставленным вами данным, нашим ученым удалось выяснить местонахождение еще одной группы реликтов. Так, они больше и опаснее предыдущих, но я верю, что вы справитесь. Я расширяю зону действия вашего разрешения на работу. Хе-хе-хе, ребята. Ух, шикарно. Хорошо, если что-то выясните, не забудьте мне об этом сообщить. Обязательно. Обязательно, губернатор второго ранга, я вам объясню, докажу, принесу улики, все, что хотите. Дайте только мне контракты. Аверон, борьба с вредителями. Субподрядчику корпорации «Искус мяса» не дает покоя вредитель. Необходимо провести дезинсекцию, да? Свяжитесь с УВом и решите эту проблему как можно быстрее. Взять контракт. Вот так вот, ребятушки. Отлично у нас. Так, вот Эверон Энрейджер. Мы еще и на Тараките с вами не завершили. Так, хорошо, а посмотрим-ка теперь мы, ребята, по КПК. Да чтоб тебя, зачем мне, блин, губернатору? Нет, извините, губернатор, мы нечаянно чисто сюда кликнули и потревожили вас. Больше такого не повторится. Вот, открыть КПК, журнал. Смотрим, ребята. Так, Аверон, тут у нас призрак. Нам Соломею, вот самое главное задание — это Соломею найти. Таракита, нож и капюшон еще висит. Кстати, на Тараките очень много заданий. Ну что, я думаю, наверное, мы с вами отправимся на Таракиту, да, и доделаем все-таки задание. Так, Таракита. Вылетаем. Только знаете, что я думаю, ребят? Мы это будем уже с вами делать, наверное, в следующей серии, потому что долго, наверное, все это будет. Вы начнете злиться, ругаться, говорить слишком долго. Нет, если, конечно, вы хотите, чтобы серии были подольше, вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и тогда серии будут по 2 часа, чтобы вы смотрели это как фильм, ё-моё. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить. Смотрите, на Тараките, ё-моё, сколько нам предстоит тут исследовать. Мы с вами только лишь нашли капюшона, да? И где-то здесь у нас должна быть нож. А уж как дальше будут у нас развиваться истории, мы обязательно увидим в следующих выпусках. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков.